Станислав Воскресенский посетил многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на улице Советской в Иванове. Недавно здесь закончился ремонт. Расширили зону ожидания, стены покрасили в соответствии с брендом. Губернатор поинтересовался, есть ли потребность в дополнительных специалистах за окнами. Все мы люди, у нас есть больничные, у нас есть отпуска, и когда у нас количество окон равно количеству специалистов, то, соответственно, бывают моменты, когда некоторые окна пусты. У руководителя профильного департамента Станислав Воскресенский узнал, не произойдет ли сбой при записи в первый класс, как это было после Нового года, когда родители пытались подать заявки в оздоровительные лагеря. Ответ – нет, не повторится. Записывать будут по графику. Мы распределили в течение 2 недель. И начиная с 19 числа у нас начинается запись по графику. Для этого дополнительно развернуты рабочие места в школах, чтобы не было очереди, там развернуты компьютерные классы, подключены люди, которые будут помогать, чтобы этот процесс был, значит, урегулирован и не было, так сказать, очереди. И большие ресурсы подключены через госуслуги. То есть можно будет записываться через госуслуги и тоже оформлять эту заявку. Сервера готовы? Там сервера федеральные, они большим ресурсом, мы не ожидаем никаких проблем здесь. В этом году перечень муниципальных и региональных услуг, предоставляемых МФЦ, будет расширен. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.